Мой 16-й правнук, Давид, не смотри на меня сукоризной. Жить сегодня тебе предстоит в 21-м столетии капризном. В невеселые ты времена появился на свет этот белый. Вперемешку ковид и война продолжаются, что ты не делай. Но не следует думать о зле. Бог явил тебе высшую милость. На своей ты родился, земле, то, что предкам твоим и не снилось. Там, где жизни людские в цене, окруженный всеобщей любовью, ты родился в свободной стране, где свобода оплачена кровью. Будешь ты от меня вдалеке, как и все твои сестры и братья, на своем говорить языке, что навряд ли сумею понятие. Будешь жить ты, не зная обид, мне неведомо счастье такое. Мой 16-й правнук, Давид, помаши мне оттуда рукой.